Ребятки, между ног и гребем руками. Привязан круг, чтобы не потерять. Это для ложки. Кошка, если на не раз, то мы хорошо? Давай, 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 давай. Одевай. Итак, чуть легко, да, Вань, с ноги на, да, угу, да. Вань, хорошо нога себя чувствует? Да, 20, да. Да, на пяточки к себе, ага. Хорошо. Хорошо. Вот, ну, смотри, вот, зажми, да, дай. Между бедер зажимай. Ага. Вань, чтобы голову опускать, расслаблять шею. Вторая ножка 20 раз. Себе, носочек на себя, только пускай там сопротивление будет хорошее. Да, к сожалению, сборов без травм не бывает. У ребят повреждения, в принципе, это нормально. Ну как, нормально не повреждение, нормально то, что мы проходим и через интенсивные объемные нагрузки. Много работы уже связано с мячом, много специальной работы, она вся достаточно интенсивная. Поэтому у ребят есть травмы, стараемся, конечно, их восстанавливать как можно быстрее, но со сроками не пошутишь. Конечно, мы стараемся работать с учетом их травм, но при этом давать им для поддержания функционального состояния хорошие нагрузки. Вот сегодня подобрали бассейн, благо хорошая погода, и подобрали бассейн в разновидности плавания. У нас Андрей Леонидович бывший пловец, поэтому используем мы эти возможности. Плюс различные упражнения, которые выполняются в воде. Естественно, это упрощенная среда, где мышцы работают, но не с тем сопротивлением, так скажем, которое человек испытывает, находясь на земле. Конечно, мы стараемся, чтобы они выполняли те же движения, которые выполняют на поле, но в данном моменте это именно в воде, для того, чтобы их травмы не то чтобы быстрее, конечно, заживали, но, так скажем, не имели рецидивов, не имели ухудшений.